Так что после капитального ремонта наша поликлиника, разумеется, преобразится, изменится доступность, технологичность и открытость. Открытость, посмотрите, обязательно на первом этаже будет буфет. И обязательно планируется удобная планировка и открытые пространства для посетителей. Можно следующий? После ремонта. Веселый, да, очень красиво. Это входная группа. Планируется такая входная группа. Красивая, цветная, удобная для детей и для родителей. После капитального ремонта в поликлинике появится современное техническое оборудование. Аналоговое оборудование заменится на цифровое оборудование. Будет в планах удобное расположение кабинетов. Как я уже сказала, ключевой принцип – это наиболее востребованные кабинеты будут на нижних этажах, менее востребованные, и администрация на более высоких этажах. И кабинеты узких специалистов по возможности будут располагаться рядом с кабинетами функциональной диагностики.